невероятно. Стой. Не может быть. Это Тюр. Это иллюзия. Нет, брат. Похоже, он настоящий. Мимир? Это ты, дружище? Это я сам воплоти, да. Вы подняли такой шум. Если Один об этом прознает... Один мертв. Миры, наконец, от него избавились. Ты в безопасности. Один мертв? И Асгард пал. Так владычеству асов пришел конец. В это трудно поверить. А кто же ты? Его зовут Кратос. Кратос. Знакомое имя. Идем. Тебе нужно отдохнуть, поесть. Нет. Что мне сейчас нужно, так это подумать над тем, что вы сказали. Побыть наедине со своими мыслями. Хорошо. Сейчас мы обитаем в мире между мирами. Найди нас, как будешь готов. Кратос. Я про тебя где-то слышал. Ну, ничего, еще вспомню. Конечно. Ценю твою заботу. Я в порядке. Бояться больше нечего. Но мне хотелось бы побыть одному. Но теперь понятно, для кого нужна была эта тюрьма. Один держал здесь тех, чей облик принимал. Логично. Если хочешь кем-то притвориться, не позволяй ему разгуливать на свободе. Но почему не убить их? Они нужны были ему живыми, чтобы копировать облик. Да. У Одина была целая куча причин желать смерти Тюру. Но он знал, что Тюр будет полезнее живым. Ваш бог войны и вправду вернулся. Что теперь? Ему наверняка охота ноги размять. После заключения дорога манит. Мы-то с вами это точно знаем. Ты спасла их, Фрея. Я ничего не сделал. Нет, это я не сделал. Я сидел и ставил зарубки на стене своей тюрьмы, пока наступал конец света. Ты вернулась к своим людям. Ты выдержала их ненависть. Ты помогла им стать лучше. Фрейр и его воины. Они выжили. Они все преодолели. Но когда богиня Фрея вернулась домой, для них все изменилось не случайно. Ты любишь эти края. Я чувствую. Воздух ею пропитан. Любой почувствует. И эта любовь дает тебе силы. Тебе и твоим людям. Поэтому вы и победили. Я... Спасибо. Тюр? Что он делает? Говорит. Как-то тихо. Есть разные способы общения. Он еще тут? Да. Но уже не в цепях. Вы его освободили? Пытались, но, как видишь... Даже если он не смог уплыть, отчасти он благодарен вам за ваш поступок. Может быть. Я был пленником Одина. Как и это существо. Как и ты. Полагаю, голову отрубил Кратос? Да. Ты возмущен, что он не смог освободить твое тело? Конечно, нет.
но... Тогда ты можешь представить, что чувствует это существо. Мы оставим тебя. Фрейр, он заключил мир. Вроде того. Жаль, что я этого не видел. Уверена, ему тоже было жаль. Простите меня, я бы хотел отдать дань уважения твоему брату, так как привык. Конечно. Идем, Кратос. Что тут случилось? Сурд пожертвовал собой ради Рагнарёка. Может, он все-таки сумел обрести мир? Мне всегда было жаль его и Синмару. Она еще жива, если хочешь с ней поговорить. Я заглянул в Нифльхейм. Повсюду в этом мире слышен плач. Она скорбит. И будет скорбеть еще очень. Я бы хотел побыть один. Конечно. Какой прекрасный клинок. Бесполезный. Церемониальный.